эфире «Сыскное дело», в студии Павел Баймаков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Гибель ребенка от побоев шокировала весь город. Тело трехлетней девочки с многочисленными гематомами и ожогами нашли в квартире, где также жила мать девочки и ее гражданский муж Харитон Горячкин. Сейчас он главный подозреваемый в деле. В ближайшие 2 месяца мужчина, если его можно так назвать, проведет в следственном изоляторе. В зале суда подозреваемый Харитон Горячкин тщательно прячется от камер. Вопросы журналистов игнорирует. Вы признаете свою вину? Можете не отвечать, если не хотите. 31 января в съемной квартире Горячкина и его сожительницы Бритвиной нашли тело ее трехлетней дочери Василисы. На теле девочки буквально не было живого места. Гематомы головы, тела и ожоги спины и плеч. Экспертиза показала, малышка скончалась от разрыва печени. Допрошенная Бритвина пояснила, что 30 января Горячкин нанес несколько ударов, не менее 2-3 ударов по спине, ягодицам Бритвиной Василисы. После этого девочка пояснила, что у нее стал болеть правый бок. Вот. Несмотря на это, Горячкин не позволил вызвать скорую помощь и выйти Бритвиной в аптеку за медикаментами. Вы причастны к совершению данного преступления? По этой статье. И по какому преступлению? Не могу понять. Вы просто говорите, их я не слышу. Ну вот связанное с этой девочкой. Преступление. Вы про это сейчас не читаете. Я не совершал побои. То есть вы не причастны к данному преступлению, да? Причастен, но частично. Адвокат подозреваемого уверяет, Горячкин не бил ребенка, он его воспитывал. И не один. В воспитательных целях, значит, ребенка... ребенку наносили удары по поте, не только он, но его конкретно мать ребенка. Поэтому непонятен еще механизм самообразования этих телесных повреждений и неизвестно, от чьих конкретно ударов. Учитывая, что Горячкин не прописан в Самаре, нигде не работает и уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и сбыт наркотиков, суд избирает меру пресечения – 2 месяца ареста. Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего, грозит до 15 лет лишения свободы по данной санкции статьи. Убийство вызвало громкий общественный резонанс. Жестокостью преступления шокированы даже полицейские. Первый раз вот именно такое вот обращение с детьми. Вот за 2 года я вообще не слышал и не видел. Мы сейчас в данном плане тоже проводим определенную проверку. Были ли обращения со стороны там, соседей, родителей или то других каких-то органов именно по данному факту. Поэтому все сейчас покажет следствие. По данным Департамента семьи, опеки и попечительства, семья погибшей девочки на учете в органах опеки не состояла. Девочка была зарегистрирована и постоянно проживала в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Там же ребенок посещал и детский сад. Мать работала в Самаре и проживала на съемной квартире. В свои выходные дни забирала дочь к себе. Суду, наконец, удалось сформировать коллегию присяжных по делу об убийстве владельца сети магазинов «Горилка» Олега Дергилева. Слушания по делу возобновились. Ранее заседание откладывали, потому что не могли утвердить состав присяжных. Наш корреспондент расскажет подробнее. Слушание по делу об убийстве Олега Дергилева впервые проходит в присутствии новой коллегии присяжных. Ее пришлось сформировать, потому что один из прежних заседателей скрыл судимость у родственника. Сейчас присяжных только знакомят с эпизодами дела. Слушание идет за закрытыми дверями. На заседание с участием присяжных посторонним вход воспрещен, чтобы ничто не повлияло на ход дела. В сопровождении конвоя в зал заводят 4 подозреваемых. Мужчины оживленно здороваются с адвокатами и журналистами. Владельца крупной сети алкогольных магазинов «Горилка» убили в октябре 2013 года неподалеку от станции «Козелки». 5 мужчин в камуфляже и масках напали на автомобиль Дергилева. Предпринимателя связали, отвезли в лес и застрелили. Водитель бизнесмена Андрей Читалов чудом остался жив и сначала был главным подозреваемым по делу. Вскоре на скамье подсудимых оказались 4 мужчин, по данным следствия, исполнители. Заказчика убийства пока так и не нашли. Они обвиняются в совершении убийства Дергилева. Кроме того, в ходе убийства у него также были похищены денежные средства, которые у него находились при себе. Это около 1 миллиона рублей.
Кроме того, также они обвиняются в том, что было приобретено оружие и боеприпасы, с помощью которых его убили. Защитники подозреваемых с обвинениями не согласны и надеются убедить новых присяжных заседателей, что подсудимые перед законом чисты. Мы перед собой ставим задачу исключительно оправдание, потому что они не причастны к совершению данного преступления. На мой взгляд, у всех есть алиби убедительные. Мой подзащитный в то время там не находился, на месте совершения преступления. Если вину четверых подозреваемых все-таки докажут, каждому из них грозит срок до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное тюремное заключение. В Самаре продолжаются поиски студента сам ГТУ. По словам родственников, еще 29 января 21-летний Дмитрий Фенько перестал выходить на связь. Молодой человек живет в поселке Мирный и каждый день ездит на учебу в Самару. На момент исчезновения парень был одет в куртку темно-зеленого цвета и красную толстовку. Рост около 170 сантиметров. Нам удалось по телефону связаться с родственниками Дмитрия. Всегда он был с бабушкой на связи. Всегда она была в курсе его перемещениях. С его слов, как он бабушке сказал, что он звонил из института. Это было 2 часа дня, 29 числа, и потом в 16. Он позвонил ей, и связь оборвалась, то есть они даже не успели переговорить. После этого она ему звонила, уже телефон был недоступен. По словам родственников, молодой человек удалил страницу в социальных сетях. На связь он не выходит до сих пор. Вместе с родственниками его поисками занимаются полицейские. Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия, просьба сообщить по телефону, указанному на экране, или в ближайший отдел полиции. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии с моста упал автобус с самарскими туристами, которые возвращались на турбазу. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и, слетев с трехметровой высоты, машина рухнула в реку. В результате аварии пострадало 10 человек, в их числе 5 жителей Самары, 3 женщины и 2 мужчин. 3 года лишения свободы условно. Такой приговор суд Сызрани вынес бывшей полицейской Вере Танких. Сотрудницу патрульно-постовой службы обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия. В июне прошлого года на автовокзале в Сызрани полицейские задержали тольяттинца Петра Татаринова за то, что тот отказался проехать в отдел полиции, чтобы показать содержимое своей сумки, которая правоохранителям показалась подозрительной. Ехать в полицию мужчина отказался, так как торопился на автобус. Во время задержания он оказал сопротивление. Несколько полицейских пытались усадить его в патрульный автомобиль, а ныне осужденная Вера Танких применила спецсредство, ударила мужчину электрошокером. Это видео одного из очевидцев происшествия. После инцидента Петр Татаринов подал в суд. Вера Танких свою вину признала полностью. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года. Из полиции ее уволили. Кроме того, потерпевшему был выплачен моральный вред. «Заплати долги и живи спокойно» – примерно так начал разговор неизвестный. В одной из самарских школ на улице Тополей позвонил мужчина, представился сотрудником коллекторского агентства и сообщил, что у учителя физкультуры просрочен долг по кредиту, взятый в компании «Микрозайм», и заявил, что если долг не будет погашен, школу взорвут. Из-за карантина детей в этот момент в школе не было. Личность телефонного террориста устанавливают полицейские. В России это уже не первый случай. В Карелии коллектор угрожал взорвать детский сад, а в Воронеже – сотрудницу школы. Дежурный направил учебное заведение, следственно-оперативную группу и патрульные экипажи полиции. В ходе работы на месте происшествия сотрудники органов внутренних дел не обнаружили взрывных устройств и взрывчатых веществ. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Полицейские устанавливают личность звонившего. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.